Добрый день. Мои подразделения и я лично выражаем огромную благодарность Коммунистической партии Российской Федерации и лично Александру Яковлевичу Розенбауму за предоставленный нам инсулин и гуманитарную помощь для наших бойцов и подразделений, а также для мирных жителей городов Макеевки, Горловки и Енакиево. Огромное спасибо за помощь. Нам она очень нужна. Спасибо.